Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр» в студії Аніта Рашевська. Яку небезпеку приховує в собі відвідування перукарні 31 грудня ввечері? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І з'ясуємо, яка пора року найкраща. 31 числа я, як в кіно, я не пішов в баню, я пішов парикмахерську. Новый год, он, наверное, совершенно не похож на остальные праздники. И каждый человек в душе становится, может быть, немножко ребенком. Мечта должна быть какая-то такая большая и светлая, глобальная. То есть та, которая может перевернуть твою жизнь. Шоколадная елка – это афродизиак, это хорошее настроение, это куча детей, которые хотят ее съесть. Взрослые тоже не прочь кусочек отломить. Сьогоднішній перший день нового 2017 року я пропоную вам, друзі, відпочити. І разом з нашим героєм, всесвітньо відомим шоколад'є Миколаєм Данцевим, зробити ялинку, яка буде доречна не лише взимку, а й влітку. Друзья мои, то, чего мы так долго ждали, к чему так долго готовились, наконец-то наступило. Вернее, наступил новый 2017 год. С чем мы вас и поздравляем. Что-то нам он принесет, пока мы еще не знаем. И поэтому хочется еще пока надеяться, что все-таки принесет он нам больше хорошего. Шампанское уже выпито, тосты сказаны, праздничные колпачки сняты, но не у всех. Сегодня, знаете, такой немножечко сложный день. Почему? Потому что после новогодней ночи как-то хочется немножко отдохнуть. Где можно отдохнуть? В кругу семьи. Можно отдохнуть за красивым столом, около новогодней елки. И, конечно же, усладить слух приятной беседой. Поэтому мы и... Сегодня в гостях у нашего замечательного шоколадье Николая Данцева. Николай, у вас, я вижу, помощник. Да, я сегодня не один. Позвольте поздравить вас, Николай, с Новым годом. Слава Богу, что мы его встретили уже. Встретили, телезрители? Я надеюсь, что все наши телезрители уже успели встретить. Телезритель, если у вас болит голова, не переживайте, заметьте. У всех болит. Мы не пьем шампанское уже, мы просто пьем чай. Знаете, как хорошо, чай после новогодней ночи. Это как в том анекдоте, помните, будешь шампанское, не буду, будешь вино, не буду, а почему? Уже не могу. Николай, вот смотрите, сегодня 1 января, такой день, когда... Но совершенно не хочется работать. Но тем не менее, зная вас, вы даже 1 января не бросаете своего любимого дела. Что вы творите? Я делаю елку. Елка – это сейчас еще актуально. Мы еще можем поздравлять, дарить разные елочные игрушки. Вот. А шоколадные елки, я думаю, они будут актуальны даже летом. По какому-то, не знаю, там, африканскому Новому году мы можем сделать елку и ее съесть. И тем более, что мы можем и сделать елку, и ее съесть. И действительно, какая разница, какое время года? Главное, друзья мои, чтобы была елка. Да. И главное, чтобы она была какая-нибудь... Шоколадная. Шоколадная елка – это афродизиак, это хорошее настроение, это куча детей, которые хотят ее съесть. Взрослые тоже не прочь кусочек отломить. Поэтому это вполне актуально. 1 января есть елку. Итак, 1 января сегодня, друзья мои, мы не просто сидим и говорим, мы и едим шоколадную елку. Ну, Николай сейчас занят вместе со своим помощником. Я пока оставлю уже, потому что там внизу должно застыть уже. Да. Николай, вот итак, слава Богу, встретили мы 2017 год. Что он принесет нам, как я уже говорила, мы не знаем, но пока мы еще полны радужных надежд. А еще, конечно, у каждого есть своя такая маленькая замечательная история, связанная с Новым годом.
И что-то подсказывает мне, что и у вас она тоже есть. Да, у меня есть новогодняя история. Больше даже я был свидетелем новогодней истории, а не участником. Значит, 31 числа я как в кино, я не пошел в баню, я пошел в парикмахерскую. Вот. Ну, сижу, значит, парикмахерская большая, было два, разделена как бы визуально на две части, значит, мужская и женская. Я в мужской части, значит, делаю стрижку, у меня же простая стрижка, я стригусь коротко, потому что все время с едой, и для того, чтобы не было никаких, там, знаете, случайно там с плеча волос упадет, я коротко стригусь, и у меня практически нет прически. Вот. И тут приходят, значит, все галопом бегут, женщины хотят привести себя в порядок. Прибегает женщина, говорит, у меня там холодец, надо дорезать там салаты, давайте быстренько меня постригите. Ну хорошо, она села стричься. Мастер было, по-моему, на 4 стула, было, по-моему, одна девушка была, да, вот, она там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, вот, и женщина говорит так, вторая забегает, говорит, давайте меня покрасьте, вот, тут третья прибегает, говорит, ой, срочно меня в ресторан, нужно, вот, любые деньги плачу, нужно меня тоже покрасить, вот, и вот бегает девушка между от одной до другой, от третьей к четвертой, от первой к четвертой, от второй, третьей, в общем, получилось так, что та, которая забежала последней, ее надо было покрасить, осветлить ее в белый такой цвет. Причем она сказала, давайте так, чтобы было совсем все белое. Вот. А та девушка, которая предпоследняя была, третья, ее надо было покрасить в черный цвет. Вот. В итоге девушка бегала, а женщина последняя говорит, давайте быстрее, вот любые деньги, не жалейте перегидроля. Я еще запомнил это слово, перегидроль. Думаю, что это за такое вещество? Ну, в общем, а я сижу у зеркала, наблюдаю, меня стригут. Вот. И тут, значит, девушка бегает. В итоге получилось так, что снимают шапочки. И все ахнули. Девушка, которую должны были осветлить, она оказалась черного цвета, идеально черного, да, как в рекламе. А черную осветлили. Вот. Ну, конечно, не так сильно, потому что у нее был черный волос. Но все равно она была такая светленькая женщина, блондиночка, интересная. И в итоге я понял, что, наверное, 31 числа, наверное, нужно только заниматься Новым годом. Едой, наверное, не надо уже стричься, уже надо было, наверное, это сделать давно. Вот. Наверное, нужна только еда, нужен праздник, уже хорошее настроение, мандарины, то есть, наверное, где-то так, потому что все спешат, парикмахер, наверное, тоже спешил. Ну, парикмахер же тоже люди, правда? Да, он тоже спешил, у нее тоже есть, наверное, там дети, муж, наверное, там холодец и оливье, поэтому она, наверное, спешила тоже, и в итоге получилось так, что я стал свидетелем вот такой забавной истории. А, кстати, вот моего друга, который сидел рядом, тоже неправильно постригли. Почему неправильно постригли? Получилось так, что нужно было ему постричь под насадку, а меня коротко под, без насадки. То есть остается где-то там, может быть, 2 миллиметра. То есть очень-очень такой маленький ежик. Я сел, говорю, меня без насадки стригите под ноль. И парикмахеру соседнему мужчине говорю, и его тоже под ноль. Вот. В этот момент, когда он его начал стричь, причем он так взял машинку и прям через всю голову так вжик и постриг. Он, а смотрю, товарищ мой потерял дар речи. Почему? Потому что, оказывается, ему надо было одеть насадку и аккуратно постричь, чтобы был такой большой ежик. Вот. Ну и в итоге получилось так, что у него пол головы сразу сняли под ноль тоже. Поэтому он встречал Новый год лысый? Да, Новый год встречал тоже под ноль. Телезрители, ликуйте, что кто из вас не пошел в парикмахерскую 31-го вчера, что не пошли, что все-таки остались какие-то волосы. Вот так вот, Николай, то есть ходить в парикмахерскую 31 декабря нельзя. Николай, но 31 декабря осталось уже в прошлом году. Новый год наступил.
Оливье практически съедено. Видите, телезрители, у нас оливье уже на столе нет. Мы его уже съели. Пьем уже тут, полируемся просто чаем. Ну, потому что, чтобы хоть как-то облегчить и душу, и желудок. Николай, а как вы думаете, почему Новый год с таким остервенением ждет весь свет? Ну, вы знаете, наверное, Новый год – это не просто праздник. Это у каждого есть какие-то, может быть, забавные истории, у каждого есть... Может быть, даже какие-то мечты, которые сбываются, которые, может быть, сбудутся в будущем, может быть, новые мечты. Вот. Или, например, когда человек чего-то ждет, может быть, это даже маленький человек, знаете, он ждет, как правило, какие-то подарки. И все, даже у взрослого человека есть какие-то ассоциации, связанные с детства. Да? И, очевидно, вот Новый год – это, ну, наверное, точно это запах мандарин. Вот, это, наверное, конфеты. Это, может быть, еще там… Вот эти игрушки, запах бенгальского огня. То есть вот эти ассоциации, как правило, создают какую-то такую добрую картинку. И все ждут этот праздник, потому что Новый год, он, наверное, совершенно не похож на остальные праздники. Вот. И каждый человек в душе становится, может быть, немножко ребенком. Телезрители, вы стали детьми? Если не стали, становитесь, потому что действительно Новый год, он и детство, и радость, и, конечно же, мечты. И дай Бог, чтобы эти мечты сбывались. Николай, вот то, что вы загадывали под Новый год, сбываются обычно мечты? Или вы так сдержаны в мечтах? Вы знаете, я сдержан в мечтах. В основном мои мечты – это, может быть, не сбывшиеся, ну, потому что я понимаю, что такое желание и что такие мечты. Мечты – это что-то глобальное, то есть то, что надо, может быть, если достигать, то годами, если, допустим, мечтать, то чтобы обязательно оно как-то сбылось, но, допустим, путем какого-то, может быть, волшебства или какого-то волшебника. То есть просто так, например, я считаю, что нельзя загадать, там, не знаю, там, пылесос там, или телевизор. То есть, ну, нельзя быть меркантильным. То есть мечта должна быть какая-то такая большая и светлая, глобальная. То есть та, которая может перевернуть твою жизнь. А не просто так, что, например, там, переходить на вот... Между прочим, очень любимый сейчас вот этот вещизм и едизм. Знаете, там, когда все любят вкусно, сыто есть. Николай, вы в начале нашего разговора сами говорили, что Новый год – это еда. Да, это еда, но все равно она нельзя из еды делать мечту. Вот. Из еды можно сделать праздник, но не мечту. Вот. А у вас есть мечта, наш маленький друг? Ну, конечно. Это просто побыстрее, чтобы настали летние каникулы, и чтобы лето было месяцев 5. Ого. Вот так вот, телезрители. Банановая республика, наверное. Вот так. Но, тем не менее, зима – это тоже прекрасное время года. Я понимаю, что дети ждут лета, потому что летом 3 месяца летних каникул. Но и зима – тоже прекрасное время года. И как здорово, что Новый год именно зимой, да, Николай? Да, и я бы, наверное, поспешил сразу сказать, что, наверное, нельзя зимой мечтать, чтобы было лето, а летом зима. Почему? Потому что нужно искать вот в каждом времени года, наверное, что-то свое, то, от чего ты прямо сейчас и здесь получаешь какое-то удовольствие. И я, вы знаете, я вспоминаю свое детство, ну, с таким вот благоговением, потому что я помню, какие были у нас зимы, я помню, какие были там новые года у нас, как мы встречали Новый год всем двором, как мы ходили посевать, было принято у нас, я не знаю, как сейчас посевают дети или нет, но мы посевали красиво, мы ходили, у нас были наряды, у нас были там всякие посевальные штучки, вот, и мы делили дворы, то есть кто куда идет.
Вот. И я вспоминаю свое детство радостно. Мы ходили на горку, специально отпрашивались у мамы, чтобы нас отпускали на горку, чтобы там съезжать, не поверите, просто на картонном ящике. Вот, да, и мы радовались. Вы знаете, я не сильно даже и хотел, чтобы как-то лето наступало, потому что действительно, ну, для нас снег был очень нужен, важен, и мы как бы балдели от того, что вот все-таки пришла зима. Да, и слава богу, что Новый год, друзья мои, мы отмечаем зимой, потому что зима – это еще и очень таинственное время года. Очень таинственное. Казалось бы, все сковано холодом, но этот холод, он таит в себе самое что ни на есть горячее, пригорячее. Ну, например, шоколад. И пока мы говорили, смотрите, Николай уже и нарядил елочку новогоднюю. Да, это елочка. Значит, форма, так сказать, не моя, не я сделал форму. Форма покупная. Я купил ее у итальянского производителя. Вот. Она мне очень нравится. Почему? Потому что елки можно делать совершенно разными. Что значит разными? Например, она может быть просто ровная. То есть палочки должны стоять вот ровненько в рядочек. Потом елку можно сделать крест-накрест, потом можно сделать звездой, вот так выложить. А я выбрал вот такую вот поворотную такую елочку, при которой можно, например, поворачивать вокруг себя, и она в итоге, получается, проворачивается полностью, когда доходит до самого верха. Вот, можно наряжать ее орехами и цукатами. То есть получается вроде как и плитка шоколада, да, но отличается тем, что, во-первых, красиво, во-вторых, вкусно, потому что цукаты дают свой вкус. Вот, кроме всего этого, он еще елка создает такой вот, мы сейчас твою будем делать, вот, создает такой подарок, потому что она уже становится как бы и не сильно простая, вот, не просто как шоколадка. Знаете, Николай, это даже больше не новогодняя елка, но Новый год мы уже встретили, и он шагает сейчас по планете. А мне кажется, что это даже больше рождественская елка, потому что впереди нас с вами ждет еще замечательный праздник, Вы знаете, я думаю, Рождество. что это все-таки новогодняя елка, Новогодняя потому что все-таки. до Рождества она не доживет. Вот так вот. Ну, конечно, мы ее съедим, чего ждать. До Рождества сделаем еще другую, Да, да? мы сделаем другую елку, рождественскую уже. И она будет тоже красивая, тоже вкусная. Вот. И мы давайте еще сделаем, чтобы эта елка была вот какая-то новая. Мы на нее вот так прилепим вот этот вот. О! Николай, как вы думаете, что объединяет всех людей в новогоднюю ночь? Ну вот кроме вот этой атмосферы праздника, ну как-то все мы объединены в одно целое. Новый год объединяет. Именно новый, какой элемент праздника объединяет всех людей, независимо от того, какой ты национальности, какого ты вероисповедания, какого ты политического взгляда. Но мне кажется, что в Новый год все люди, каждый друг другу хочет сказать «С Новым годом!» Ну, вы знаете, я даже не могу сказать, почему именно Новый год стал таким любимым и популярным. Ну, очевидно, он ввиду того, что становится как бы между религиозным и между каким-то светским праздником посередине. Почему? Потому что в Новый год, наверное, празднуют все. Вот. И если, например, кто-то, допустим, Рождество не празднует ввиду того, что там какого-то другого вероисповедания, то Новый год, наверное, празднуют точно все. И даже те, кто не верит в Рождество, те, у кого там свой какой-то праздник, вот, Новый год становится, наверное, рядом вместе, и они празднуют его, потому что еще один год, еще одни какие-то достижения, какие-то хлопоты, какие-то трудности пережили вместе. Поэтому я думаю, все-таки Новый год особый праздник немножко. Вот. И мы сейчас конфетти вот такое сделаем.
И, конечно, на Новый год мы поэтому и приехали к вам, чтобы отдохнуть не только душой, но чтобы и глаза тоже порадовались, потому что ничто так не радует глаз в Новый год, как новогодняя елка. Да. Итак, давайте сделаем торжественное такое, новую тогда елочку сделаем, маленькую вот такую. То есть мы вот сделали гирлянды, сделали снег. Уже вот, и теперь для того, чтобы елка стала шоколадкой, мы ее зальем, значит, берем вот так вот и заливаем полностью, все выдавливаем, заполняем всю елку. А пока наш маленький герой заливает елку шоколадом, друзья мои, у вас есть время, есть секунды, чтобы загадать желание, потому что вот загадайте сейчас желание, обязательно исполнится, да, Николай? Потому что вы делаете волшебную елку. Волшебная елка точно. Точно. И причем любая елка волшебная, особенно когда она из шоколада, потому что, ну как вы себе представляете, сначала был твердый продукт, потом стал жидким продуктом, потом сам застывает и снова становится твердым. Мало того, что он красивый, он еще и вкусный продукт. Поэтому однозначно это какое-то волшебство, оно не может просто так как-то взять и появиться на свет, потому что затрачен какой-то труд, потрачен какой-то фантазия, вот молодой человек. Опа, так, вот. А теперь надо постучать об стол. Телезрители, последние секунды. Загадывайте желание. Равняем. Вот. Опять барабаним об стол, ну, для того, чтобы выровнялся. Шоколад, понимаете, в чем дело? Смотрите, какое удивительное вещество. Независимо от того, как мы держим форму, мы стучим об стол, и шоколад занимает строго горизонтальную линию в форме. Николай, вот скажите, пожалуйста, вы занимаетесь шоколадом. Шоколад как-то влияет на вашу жизнь? Ну, наверное, каждый день есть афродизиак. Наверное, как-то влияет. Знаете, наверное, вот. Работа связана с шоколадом, интерес связан с шоколадом, то есть какие-то чтения, какое-то развитие тоже связано с шоколадом, обучение, ко мне приходит много-много разных взрослых и детей, их досуг тоже связан с шоколадом, потому что разные мастер-классы. Вот мы недавно открыли кондитерский кружок детский, много разных идей приходит, недавно начали делать достопримечательности Николаева в шоколаде, вот мы выпустили уже одну большую такую панно шоколадное там из 5 достопримечательностей. Это 2 Николаевских моста, Ингульский, Варваровский, зоопарк, памятник Святого Николая и наш шар, памятник флотоводцам и мореплавателям. Как замечательно, шоколад еще и выполняет просветительскую роль, играет. И не только он насыщает, наслаждает, но и просвещает. Николай, итак, новогоднее обращение к соотечественникам. Дорогие друзья, ну, наверное, хотел бы пожелать в новом году, чтобы вы были обязательно все в шоколаде, вот, причем и в прямом, и в переносном слове, в смысле, хочу пожелать, наверное, чтобы в новом году наша страна все-таки как-то уже начала, наверное, думать о своих жителях. Вот, я хочу пожелать, чтобы жители в свою очередь начали думать о своей стране, вот, потому что только так можно, страна о нас, мы о стране. Вот, обязательно хотел бы сказать, что мы делаем все сами своими руками, поэтому не нужно ни на кого там смотреть, а нужно, каждый должен выполнять свою работу хорошо и на самом лучшем уровне. И, наверное, как только доброта и любовь будет в наших сердцах, то обязательно все вокруг нас станет обязательно добрее и милее, потому что только на доброте держится весь наш мир. А вы, молодой человек, что хотите пожелать? Ну, прежде всего, хочу школьникам пожелать, чтобы учителя их не мучили, не задавали слишком много домашнего задания. Ну, и еще хочу пожелать всем, чтобы жизнь была в шоколаде, и родители хорошие у всех были.
И еще хочу пожелать всем новогодней елки, особенно шоколадной. Вот так, друзья мои, шоколадной вам елки и шоколадной жизни. З Новим роком вас вітаємо, щастя, радості бажаємо. А попереду на нас, друзі, чекає Різдво Христове. Я, Ніна Дрошевська, прощаюсь з вами. На все добре!